Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о множественном числе существительных. Все мы знаем, я надеюсь, по крайней мере, да, это в английском языке, все мы знаем, что чтобы сделать множественное число от существительного, необходимо добавить окончание s или es в большинстве случаев. Да, исключения мы уже с вами посмотрели в предыдущем видео. Список там не полный, я вас отправила к Murphy, синему, да, intermediate, посмотреть весь список, кто не найдет. Я вам подскажу, какой юнит, там посмотрите табличку большую, там можно сделать даже упражнение. А сегодня мы с вами обсудим правила, как добавлять окончание s или es во множественном числе имен существительных английского языка. Итак, если существительное заканчивается на s, double s, это две буквы s, да? X, sh, ch, TCH, надеюсь, вы помните буквы. Кто не помнит, тот посмотрите в алфавит, пожалуйста. Мы добавляем окончание ES к существительному в единственном числе. Bus, автобус, buses. Glass, glasses. Box, boxes. Brush, brushes. Fox, foxes. Bench, benches. Match, matches и так далее, да? Это было первое правило. Второе. Если существительное заканчивается на y, а перед ним согласная, то y меняется на i, как украинское i, да, с точкой наверху, плюс es. Fly, flies. Army, armies. Lady, ladies. Так? Но в именах собственных это правило не работает. Допустим, Mary имя, да? Будет окончание с, просто Mary's, и никто никуда не меняется. M-A-R-Y-S. Просто добавляем с к имени и ничего не меняем. Дальше, третье правило. Если существительное заканчивается на Y, а перед ним гласная, ничего не меняется. Просто добавляем окончание с. Day, days, play, plays, key, keys. Да, key, ключик, не key. Key, boy, boys и так далее. Четвертое правило. Если существительное заканчивается на O, O, а перед ним согласное, то мы добавляем окончание ES. Cargo, cargoes, hero, heroes, potato, potatoes. Но только с добавляем в существительных piano, pianos, solo, solos, photo, photos. Пятое правило, последнее, на сегодня хватит. Если существительное заканчивается на o, а перед ним гласная, то мы добавляем с, просто с. Куку, кукус, портфолио, портфолиос. Вот и все, на сегодня хватит. Пять правил по добавлению буквы с, окончания с к существительному. Пять правил пока хватит. Спасибо большое. See you.